Результаты отборочного этапа конкурса озвучили в рамках нулевого дня работы делового центра Международной Покровской ярмарки. Среди участников – школьники, студенты и молодые предприниматели. Все они в течение 2 месяцев могли поделиться задумками по поводу открытия собственного дела со специалистами регионального центра финансовой грамотности. Лучшими признали 2 стартап-идеи. У нас есть один проект, нацеленный на кухню здорового питания. Причем кухню, которая привезет вам домой на неделю рацион из 16 блюд, ну, за очень доступные деньги. Потом у нас есть проект, связанный с продюсерским центром. Очень такая уникальная медийная точка. Победители получили уникальную возможность прокачать свои предпринимательские компетенции на Synergy Global Forum, прошедшем в Санкт-Петербурге. Конкурс «Стартап-идей» стал первой частью новой региональной программы «Наставник в бизнесе», которая поможет начинающим предпринимателям в развитии собственного дела.